Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды и забираем наши ежедневные награды за Лигу Сёгунов в 2 звезды. Так, 85 долларов и 20 монет. Отлично. Так, ребят, забегаем сразу в магазин, вскроем колодочку и посмотрим, что нам выпадет. Так, мотогеноид я там смотрю, да? Так, точно. И забираем здесь тоже реварды. Поднять уровень персонажа. Так, сразиться в боях. Давайте сразу пойдем искать ДНК на нашего Микеланджело. Так, погоди-ка секунду. Давай мы вначале обменяем здесь ДНК на сюрикены и начнем искать майки. Так, три попытки. Поехали. Отлично, первая удачная попыточка. Давай вторую удачную. Во. Ну и третью, пожалуйста, давай третью. Не тут-то было. Ладно, хорошо, ребята. Две попытки из трех удачные, это уже хорошо. Так, теперь мы с вами будем искать нашего Бибопа. Поехали. Так, секунду, не это я хотел, абсолютно не это. Я хотел именно ДНК найти. Погнали. Так, замечательно. Давай вторую удачную. Дай хоть раз мне третью удачную попытку, ну пожалуйста, ну вот, вот, ребята. Вот это уже совсем другой разговор, а то по две ДНК дает. Это в лучшем случае, иногда вообще по одной. Так, сколько у нас остается на Бибопа? О, ребята, совсем немножко, еще 14 ДНК, и мы его переведем в 5-звездочный ранг, золотой причем. Так, хорошо, значит, теперь мы с вами будем искать морзильную кошку. Ну, тут, конечно, очень долго все будет у нас, потому что у него всего 11 ДНК, и нам искать и искать ее, как говорится, до посинения. Так, одно есть, вторую ты дашь мне? Так, вторую ДНК, отлично. И завершим мы, наверное, эпопею на нашем Бакстере Мухи. Вот, 71 ДНК у него. Фух, ну, я как вам говорил, ребята, что Бакстер Муха, скорее всего, быстрее у нас прапается, потому что у него больше всего попыток на поиски. Поэтому есть большая вероятность, что мы его быстренько найдем. Давайте еще, наверное, здесь с вами поищем. Так, это уже 3 ДНК. А, все, пицца закончилась довольно-таки быстро. Ладно, ничего страшного, забираем здесь с вами реворд. Поднять уровень персонажа. У нас сколько с вами? 13 тысяч всего лишь мутагена. Поэтому можно, в принципе, ребята, паукуса по уровню поднять. Давайте, наверное, так и сделаем с вами. Вау, всего 2 уровня. 55 левел он получает у меня. Отлично. Ну что же, начнем, как всегда, с вами эпопею нашу с турнирной арены. Кстати, вчера, ребята, осколки набивал и заработал абсолютно все осколки. Видите, да? Даже этого завалил. Но это благодаря тому, что мне дали всех имбовых игроков. Это Рафаэль, Леонардо и... Кто же там у нас еще-то был? Рафаэль, Леонардо и Железную Голову. Только за счет этого я и смог Бакстера Стокмана завалить. Так, ну что, турнирная арена. Как вы видите, ребята, меня сбросили на Лигу Самураев 2 звезды. И нам придется... Подожди-ка, я что, задание не забрал? И нам придется сейчас опять... потихонечку, полигонечку добираться до нашего места. А мы с вами вчера остановились на Лиге Сёгунов 2 звезды. Есть большая разница, да, согласитесь? Ну что, поехали. Так, 41 уровни у нас здесь ждут. Поэтому мы, пожалуй, с вами начнем, наверное, с 40-х, я думаю, да? Раз, два, три, четыре. И, как всегда, возьмем сюда Леонардо. Слушай, я думаю, что он сейчас, наверное, с одной вертушки, ну... Наверное, всех сможет подбить. Но если не сможет, то мои бойцы уже добьют. По идее, должно быть так у нас. Поехали, давайте смотреть, как у нас сейчас все это дело будет происходить. Ну что же, тут very nice получилось все. Все упали, и мы с вами, естественно, получаем все бонусы и проходим. Я надеюсь, сегодня хотя бы до Сёгуна мы сможем добраться. Хотя бы даже до одной звезды. Так, ну что, самурая 3 звезды уже преодолели мы рубеж. Поэтому давайте метить уже, как говорится, в Сёгуны. Так, смотрите, ребята, вот здесь вот неплохо, кстати, Дан. Или Дэн. Да, я, наверное, буду, скорее всего, с ним драться. Тут и уровень такой забавный довольно-таки, да? И есть возможность немножко, как говорится, подняться по рейтингу. Погнали. Короче, у нас тут Микеланджело, да? Он 43 уровня, космос. Ну, в принципе, все будет нормально. Давайте проверим. Падайте, ребята, не надо сопротивляться, пожалуйста. Блин, Лео красавец, конечно, тут ничего не могу сказать. И мы сейчас, наверное, где-то на 70-ю позицию, по идее, должны перелететь. Посмотрим. Вау, 64-я. Слушай, ну довольно быстро мы с вами продвигаемся, значит, это хорошо. Значит, мы быстренько с вами, как говорится, поднимемся.
до нашего предела. Ну, а пока я буду, конечно же, использовать своих слабеньких персонажей. Так, уже 45-й уровень здесь. Думаю, что, наверное, уже не будут они падать с одной вертушки. Но, если что, на добивку у нас тут есть персонажи, так что переживать особо сильно не будем. Так, Донни выжил, да? Ну-ка, Шреддер, сможешь добить? Добил, малой Эрик. Малой Эрик, ничего не могу сказать против. И где-то боев еще, наверное, 4 у нас будет, я так думаю. Поехали. Давай 40-ю позицию. Не ломайся. Вау, 38-я. Слушай, ну тогда еще 2 боя, и мы с вами в Сёгуне. Так, кто тут у нас? Ахмат. Чай Ахмат, елки-палки. Ладно, выбираем, короче, Рокстеди, нашу, как говорится, Лису, Майки и Кунаичи. Все, я думаю, так же сейчас произойдет дело. С одной вертушки они упадут. Но у нас, ребята, заканчиваются наши откаты. Об этом тоже не стоит забывать. Потом уже будем своими силенками драться. Хопа! Ага, опять Донател выживает. Что ж ты будешь делать, а? Выживает и выживает. Видимо, он имеет сопротивляемость, да? К ударам Леонардо. Потому что по уровню он такой же, как и все были. Но он выживает. И смотрим, ребята. 15-я, да? 10-я даже позиция. Вот так вот. Вот так, ребята, мы с вами и заберемся сейчас в Сёгуны. Давай, наверное, на этот раз мы подеремся с Висенте. Да, я думаю, надо с ним подраться. Еще, ребята, у нас один откат остается за спиной. Раз, два, три. И, наверное, я здесь возьму еще вот так вот. Пускай он отыграет свою роль. Главное, чтобы он выжил. Главное, чтобы сейчас Леонардо, на самом деле, подбил всех с одной вертушки. Ну, может быть, не всех, хоть кто-нибудь останется, но его добить мы сможем. Так, а вот это вот зря. Это зря. Давай-ка мы вначале Донателло уберем с поля боя. Отлично. И теперь уже можно добить и Микеланджело. Все, very nice. Отлично, ребята. Мы сейчас с вами уже попадаем... Ну да, все гуны, по идее, должны перейти. Давай посмотрим. Да, ребята, Сёгун, одна звезда. Поехали тогда сразу быстренько еще один бой запоясаем. Так, вот у нас здесь есть Павел. Давайте, наверное, с Павла и начнем. Так, 51, 52, 49 уровень здесь. Секундочку. Раз, два, три, четыре. И последний бой будет за Леонардо. Все, ребята, у нас откаты кончились. Соответственно, я его уже больше не смогу взять. Будем уже своими... оставшимся персонажами доигрывать. Ну, я думаю, что должны там сразиться. Опа! Ну-ка, тигр, не подведи. Так, по красоте. И Бибоп добивает Донателло. Отлично. Вы заметили, что в каждом отряде практически есть Донателло? Да-да, именно тот Донателло, который делает на себя защиту. Видать, имбовый чувачок, раз все его берут. Так, и у нас 60-я позиция. Замечательно. Так, на этот раз мы будем, наверное, драться с Фабио. 49-й, 50-й уровень, хотя... Ну да, в принципе, ребята, по бонусам они все одинаковые. Так что особо заморачиваться мы не будем. Берем, значит, Хана, нейтрализатора, Бакстер Муха. А вот теперь надо подумать хорошенечко, кого нам лучше взять. Наверное, я возьму Железную Голову и Криса Брэдфорда. Вот так вот мы сделаем с вами. Сейчас, если у нас будет идти... Крис первым, естественно, поставлю защиту, а потом уже все остальное. Оу, воу, воу, подожди-ка. Хм. Ну давай, короче, мы понизим защиту им. Это для начала. Так, теперь давай поставим на себя защиту дополнительную. Вот так вот. Кого будем бомбить? Наверное, надо... Так, Роквелл будет, да, ходить? И... Я даже не знаю. Ну давай так начнем. Угу, неплохо. Теперь бомбим Железной Головой. Хотя надо было, ребята, мне, наверное, провокацию брать. Хотя вроде бы все нормально. Держится, ребята. Так, этот делает захил. Не вовремя, кстати. Так, давай еще бомбанем нейтрализатором. Угу, выжили. Так, Мондагек убираем отсюда. И теперь, наверное, давай... Давай Кирби добьем. Ну, и в конце уже Рокула. Так, профессор Рокул, пора вам отдохнуть. Опа, выжил. А если так... Отлично, Железная Голова добила. Ну что, ребята, здесь тоже хорошо у нас все получилось. Если была 60-я позиция, я надеюсь, сейчас мы перейдем на 40-ю. И там еще, наверное, 2 боя надо будет сделать. Но 37-я. То есть, как минимум, ребята, 2 боя еще нужно провести. Так, может быть, взять нам... Вот смотрите, вот здесь вот неплохо, кстати, да? Давайте-ка возьмем ноунейма этого. Единственное, что у меня...
Очень мало персонажей остается. Так, возьмем Микеланджело сюда, наверное. Так, Рахзара возьму. И, скорее всего, здесь, наверное, надо взять... Блин, я даже не знаю. Ну, давай, наверное, тогда попробуем через Зека сыграть. Да, Зек бросит бомбочки, Рахзар станет в провокацию, Микеланджело сделает ворот. Ну, в общем, как-то вот таким макаром мы должны здесь, ребят, с вами их одолеть. Поехали, посмотрим. Так, захил у них есть от Леонардо, если что. Так, делаем танец на уклонение. Он нам пригодится здесь. И пам-пам-пам-пам. Ладно, хорошо, я стою, ребят, в провокацию Рахзаром. Так, Микеланджело снимает антибафы. Так, Армагон стреляет. Не нравится мне это, ребята. Сейчас стопудово Леонардо будет хиляться. Вот, тихо, вот этого не надо. Блин, этот вот удар, ребята, очень мощный. Так, у нас два варианта. Либо захиляться, либо атаковать. Блин, я даже не знаю. Ну давай атаковать, наверное. И никто не упал. Слушай, не надо. Твою же налево, ребята. Ну, я так и думал, а. Даже у ворот нам здесь не помог. Печалька какая-то, да, на самом деле. Хорошо, давай мы уберем отсюда Лео. Получится, нет? Убрали. Так, дальше мы захиляемся с вами, потому что здоровья у наших бойцов мало. И теперь будем, наверное, бомбить. Кого? Давай-ка, наверное... Вот, Микеланджело попробуем бомбануть сейчас. Постепенный урон. Я думаю, что он одуплится на следующем ходу. И теперь надо нам... Давай, наверное, Криса Брэдфорда. Заблокировали ему способность. Теперь будем просто его атаковать. Я думаю, что он одуплится сейчас. Он должен, по идее. Замечательно. Так, ты уже достал, а? Ты уже достал, на самом деле, тут пулякать. Так, этот опять делает удар. Рафик, да, значит? Ладно, поехали. Ребята, у него двойная атака активировалась. Это плохо. Пробьем? Нет? Какого лешего мы его не смогли пробить? А ты, Зак, красавчик. Так, этому, ребят, нельзя раздухариться. Сейчас две атаки будет делать, да? Хорошо, попробуем его вот так вот бомбануть. Да, конечно, Микеланджело очень-очень слабенько бьет. Все, Рахзар сделал. Ну, ребята, обидно, конечно, что мы одного бойца потеряли. Соответственно, бонус у нас получается минимальный. И мы с вами... Ну, еще, наверное, боя 2 придется нам бомбить. В таком случае. Наверное, где-нибудь 31-я, да? Нет, смотри-ка, 20-я позиция. Самое обидное в другом, что у нас, ребят, заканчиваются бойцы. Вот, смотрите. У нас 1, 2, 3. Ну, я даже не знаю, как тут быть. Можно, конечно, вот сыграть такой командой. В принципе, она должна потянуть, а вот потом уже брать Рафаэля и Бакстера Стокмана с малышами. Но опять же, большая опасность, что их разберут. Ну, нам деваться некуда, поэтому давайте попробуем все-таки, в конце концов. Мы ничего не теряем, кроме кубков и наших бойцов. Так, Кунай бросаем. Кисло. Так, я думаю, что, ребята, сейчас Рафаэль, скорее всего, будет... Если успеет, конечно. Я сомневаюсь, что он успеет. Да, ребят, никакого захила не будет. И поэтому Змейка Вьюн добивает Донателло. Отлично. Слушай, может быть, сейчас мы все-таки перейдем с вами. Давайте посмотрим. В Сёгуны 2 звезды, ребята, я мечу, естественно. Ну, да, отлично. Ну что же, попробуем на шару с вами последний бой с малышами. Как говорится, единственное, что, ну, противник, конечно, силен. Тут ничего не могу сказать. Артём. Естественно, ребята, если я сейчас буду обновлять, у меня игра вылетит, поэтому мне придется вот с этими героями драться. Так, Бакстер. Ну, как-то вот это несерьезно, если честно. С такими крупными и сильными персонажами таких слабеньких поставить. Причем нету сразу инициативы на провокацию. Ну, естественно, Микеланджело делает танцульку свою. Ой-ой-ой-ой, и пошла. А, нет, ребят, смотрите-ка, я успел. Но главное, чтобы никто не сделал сейчас массовые атаки. Так, давай-ка мы запустим с вами смертельную волну. Так, на троих повесили. Вау, слэш упал, отлично. Рокстеди упал, Донателло упал. Вот это я называю, ребята, мы с вами сыграли. Так, давай-ка, наверное, почекрыжим маленечко. Постепенный урон даже на Микеланджело упал. Так, давай-ка... Оть! Да, Макман слабак. Ну, Донателло тоже слабый. Так, что он будет делать? Вот это ты зря, парнишка, сделал. Получи. Слушай, морозильная кошка, если выживет, то она сделает отхил стопудово. Поэтому мы ее добиваем. Yes.
Ну что, ребята, где-то 80-я или 75-я позиция у нас сейчас будет на Лиге Сёгунов. Две звезды. Самое главное, что я туда добрался, и теперь мне просто нужно будет продержаться. Так как сегодня я иду на работу в ночь, думаю, с утра я приду, меня опять скинут. Это по любасику, ребята. Ну что, как я вам говорил, 73-й ранг у меня. 12 часов есть на все про все. Так что, ребята, будем надеяться, что меня не скинут. Так, у нас 63 монеты с вами есть. Естественно, мы сразу отправляемся в магазин, в предметы. Так, смотрите, кстати, здесь можно за 5000 сюриков приобрести 5 ДНК на Микеланджело или на Рафаэля. Но я, наверное, не буду этого делать, потому что мы с вами копим 10 тысяч сюриков для того, чтобы потом поднять в ранге одного из наших бойцов. Ну, а здесь, как всегда, по стандарту мы покупаем Донателло Космос. Это единственная черепашка, которой у меня, по-моему, нету. Ну что же, теперь поехали с вами на испытание, которое у нас называется «Борцы с преступностью». Так, и у нас здесь, ну, разносол, ничего не могу сказать. Поэтому поехали. Начинается у нас, естественно, все с Кирби. Посмотрите, как по красоте ребята мне дали. Конечно, хотелось бы, чтобы здесь был Леонардо или Рафаэль. Но и так, я считаю, тоже неплохо. 70-е бойцы должны, в принципе, здесь неплохо разбирать их. Угу, белки. Ладно, ребят, здесь я включаю автобой. Кто-то писал, что я не люблю играть на автобой. Ребят, я тоже не играю на автобой. Это единственное, что здесь, ну, сами понимаете, уровни 10-е. Зачем я тут буду что-то делать, если я больше всего уверен, что они у меня справятся сами по себе. И даже нету шанса на хотя бы на один удар. Просто падают с одной плюшки все. Поэтому я и включаю, ребята, автобой здесь. А второе, что бы я хотел сказать, что люди пишут, Рэй не читает комментарии. Ребята, это все вранье, на самом деле, я все читаю комментарии. Может быть, не на все отвечаю, но, по крайней мере, пожелания, которые мне пишут в комментах, я озвучиваю в игре, например, там что-то не то или не так я делаю. Я все это прекрасно читаю, понимаю, принимаю, как говорится, к своей теме. И потом уже иногда озвучиваю прямо в процессе игры. Так, ну что, ребята, здесь тоже все отлично. Я поставлю на автобой, как видите, и будем опять же разбирать. Мне нравится, кстати, погодка, как здесь выглядит, да? Дождик такой. Классно. А у нас сейчас на улице жарище. Ух, под тридцаточку, ребята. Ну, для севера это хорошо, на самом деле. Так, и давайте добивать этих мелких чувачков. Все, красота. Сколько еще, ребята, у нас боев? Наверное, боя 2 будет на автобое. Потом я уже буду переключаться на ручной режим, чтобы уже сам их бомбить вручную. Так, 35 уровни, естественно, ребята. Также все будет у нас на автобое. Единственное, что мне сейчас нужно, это, ребята, как можно больше бакинских заработать для того, чтобы купить себе телепорты. Потому что нам нужно будет с вами фармить ДНК, для этого нужны телепорты. Или же мне придется вот так же проходить каждый бой в рукопашечку. А это очень долго на самом деле. Так, ну что, третья заключительная волна. Здесь у нас Голубь Пит, Доктор Роквелл и Мутагеноид. Ну, опять же, все падают с удара, поэтому даже особо переживать нечего. Следующие враги должны быть, по идее, 40-е, 45-е уровни. Так что, опять же, будет у нас все в ручном режиме. Ваша добыча Макмен. Да, понятно. Поехали дальше. Так, тут уже Мондагека будет разыгрываться. Тут, ребят, что, у нас босс будет, что ли? Этот помоечник, по-моему, если не ошибаюсь. Ладно, ничего страшного. Давай автобой. Воу, погоди-ка. Ага, смотрите, уже с первой попыточки они не падают. Вы заметили, да? Уже приходится по два раза по некоторым бомбить. Ну, вот эти вот ватные, сразу говорю. А Мондагека выживает. Ну, бомбани. Зачем ты бомбочкой-то бомбанул? Мог просто выстрелить, и он бы упал. Сто пудов, говорю. Так, Слэш, Кожеголовый и Кирби. Ну, зачем ты потратил вот... Просто я не знаю, зачем он так делает. Так, маузеры вылетают. И опять же не добивают. Так, Слэш раздухарился. Ну, здесь вообще шансов у него никаких. Кожеголовый что делает? А, массовая атака. Понятно. Так, ребята, это, по-моему, мусорщик у нас, да? Который тут в мусоре... Крынг спрятался, да, на своей тарелке, летающей на каком-то роботе, я не знаю. В общем, давайте его раскрамсывать. Так, Крис ставит дополнительную защиту. В принципе, это неплохо. Причем, ну, он ватный, 45 уровень. Что тут можно сделать? Ничего. Половину здоровья уже у него отняли. И последний добивающий удар. Да. Бакстер Стокмана сделал проникающий. И Крынг валяется.
Зашибись. Ну что же, ДНК на Мондо Гекко мы с вами зарабатываем. И дальше уже будем, скорее всего, в ручном режиме играть. Так, шикарненько. Поехали, ребятули. Вот, 55-е уровни уже. Теперь можно, как говорится, и самому здесь поиграть. Ну, вначале все, конечно, легко. Тут у нас тля. Так, секунду, тля. Так, и бронированный таракан. Ну, все это шелуха для нас. Давай так вот, пробивающий. Так, я не буду, ребята, тратить супердар. Давайте просто так вот бомбить. Добиваем. Отлично, двигаемся с вами дальше. Это вторая волна у нас. И, ой, да тут обычные киборги. Хорошо. Причем киборги, ребята, знаете, вот я смотрю на их неповязки, вот на это все, как будто они под черепашек косят. Да, смотрите, вот это как будто Рафаэль. Это как будто Донателло. Это Микеланджело, а Леонардо нету, потому что у Леонардо синяя повязка, а тут вообще какая-то серая. Ладно, это я уже придираюсь. Это мои догадки такие, скажем. Хоба, с удара просто падают. Так, а вот здесь почему-то не упал. Гаденыш этакий. Хорош кричать, что ты там делаешь? Атаку бомбанул, ладно, хорошо. Ответочка пошла. Сейчас уложим мы его спать. Все, ребята, на третью волну перебираемся. И здесь у нас Донателло железноголовый. Давай, наверное, мы начнем с железноголовой, я думаю. Надо убирать ее отсюда. Ой, что-то как-то слабенько. Так, отлично, Крис, пробил. Массовые атаки, естественно, ребята, от грибов. А ну-ка, добьем. Мимо! Да, ребят, мимо. Да, ну еще и контратака, зашибись. Зря я, наверное, так делаю. Ой-ой-ой, сейчас от всех прилетит. Сейчас от всех прилетит, зачем я сделал так? Зачем я врубил, ребята, массовую атаку? Я ведь знал прекрасно. Так, ну что, волна, я думаю, всех все-таки добьет здесь. Да, всех, да не всех. Двоих только мы уничтожили. Да успокойся ты, Донателло, ёбрасы ты. Давай попробуем так, наверное. Добиваем. Ну что, Донни, вот мы и встретились с тобой. Давайте поставим защиту на себя и будем бомбить. Так, хорошо. Смотри, какой крепкий, а. Какой крепкий Донни. Ну что, ребята, четвертая волна. Здесь у нас слэш, пит, опять кожеголовый. Начну я, пожалуй, с провокации. Начнем с провокации и попробуем. Повесили хоть на кого-нибудь контратаку? Абсолютно ни на кого, ребят, мы не повесили. Воу, с одной этой плюшки, ребята, упали сразу голубки. На! Так, и массовая атака. Рафаэль, конечно, тут раздухарился, но это ненадолго. Все, ребята. Слушай, здесь было немножечко сложновато. Я думаю, что следующий раунд будет уже такой, на пределе. Потому что там 65-й, 60-й уровень должен быть, по идее. Так, голубь, пит, 2 ДНК. Кстати, неплохо, между прочим. Следующий у нас идет, это... Да, 2 ДНК на Рокула, ребят. 65-й уровень. Ну, вы сами понимаете, что это предельная масса для меня. Масса. То есть сейчас кто-то у нас тут не выживет. Я больше думаю, что это будет у нас, ребята, Змейка Вьюн, конечно же. Конечно же он, потому что он 60-го уровня. И чтобы выжить, ему придется постараться. Я, конечно, попробую защитить его всеми правдами и неправдами. И надеюсь, у меня получится это. Так, Бакстер Сток, он бомбит. Давай, наверное, спинка его, оп. Так, а так добьем. Хорошо, вот Рокзар, кстати, хорошо разбирается с этими роботами. Очень хорошо. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Во, во-во-во-во, неплохо, ребята. На Бакстера Стокмана и на Рокзара упала, ребята, контратака. Это крутенько, я вот скажу. Так, давай-ка, опа, прописали. А этому? Хм, вот этот почему-то не упал. Вот зря ты сделал это. Чего ты там? Ага, зря, конечно, ты, братишка, такое делаешь. Когда есть контратака, тебе лучше там не шуметь, сидеть надо и помалкивать. Дополнительная защита от Криса. И давайте... Нет, я не буду, ребята, сейчас тратить. Слушай, мне надо было... Хорошо, давайте так сделаем. Попробуем. Ну что, неплохо. Добьем Микеланджело. Я не хочу, ребята, чтобы он тут применял... А он успеет, да? А, он захил. Я думал, сейчас будет танцпол. Нет, он все-таки решил захиляться. Тогда уничтожаем его. Так, постепенно урон его убьет. Теперь Магму наберем в оборот. Ну-ка, проникающим его пробьем. Ну, почти, ребят, добили. Стрелозад тут бомбит. Ой-ой-ой, зря ты это, парень, сделал. Да елки-палки, а, провокация тут стоит. Все, понял. Не доглядел. Фух, и четвертая волна. Кто у нас тут? Слэш, Роквелл, Кожеголовый и Леонардо. Вот что самое интересное.
Все шайка-лейка в сборе. Начну я, пожалуй, с гриба, ребят, вот с этого вот. Опа, мимо, как это мимо-то? С какого перепуга мимо-то вдруг? Грибок, отвянь. Давай его добьем, чтобы не мешался здесь. И попробуем так вот. Хотя зря я сейчас делаю массовый... Нет, вообще-то не зря, все отлично. Все отлично, ребята. Блин, ну ты посмотри, как Бакстер, сколько он бомбит своими волнами, ребята, а? Вы точно не передумали, чтобы я его в платину перевел? Точно будем Микеланджело дожидаться, а? Вы еще не передумали? Так, ну что, я не знаю, ребята, стоит ли нам идти на кожеголового. Тут, наверное, 75-е уровни. Ну, я рискну. Я все-таки рискну ради вас. Вдруг у нас получится пройти здесь. Ой, грибы, причем сразу же. Воу, сейчас начнется. Ну, смотри, что происходит. Сейчас каждый грибок сходит. Они еще на себя повесили у ворот, как мы видим. Ой, жалко мне, ребята, змейка Вьюна. Да ладно, они еще и заблокировали мне все. Хорош, вы что, серьезно, что ли, блин? Ю-ху. Ну, ребят, это уже все, это уже финиш. Вот и потеряли мы с вами змейка Вьюна сейчас. А, будем мазать сейчас. Да... Конечно, причем, да, ребята, я считаю, что несправедливо. У них было преимущество, они стали ходить все первыми. Как видите, они сейчас раскромсают мне тут всех. Я даже не знаю, что, провокация, она мне здесь не нужна на самом деле. Если я сделаю провокацию на Розара, они его еще быстрее разнесут. Да. Ну, вы сами прекрасно видите. Они мне все блокируют, мы еще с вами промахиваемся. Не-а, не вариант мне, ребята, получить кожеголового ДНК. Хе. Просто, ребята, на втором этапчике нас разобрали. Или какой-то даже первый. Это первый этап, по-моему, даже. Да, Крис, конечно, пытается выстоять, но это все без... Даже тут промахнулись. Ну все, сейчас они его, ребята, расчекрыжат. Однозначно я вам говорю. Обидно, конечно, очень, ребята, обидно. Печалька, но поверьте, если бы здесь был Леонардо или Рафаэль, никаких шансов бы у них на выживание здесь вообще бы не было. Так, у нас с вами, кстати, 30 телепортов. Этого очень, ребята, мало. Очень мало. Причем мы с вами будем фармить ДНК. Я не знаю. По баксам у нас что там происходит? Ага, почти 300 долларов. Еще 200 нужно накопить. Ладно, будем, ребята, ставить перед собой эту цель. На сегодня, я думаю, все, ребята, мы что смогли, то отыграли. Я думаю, отыграли довольно неплохо, но, конечно, в испытаниях меня сейчас разбирает. Слишком слабенькие мы еще, чтобы проходить полностью от начала и до конца. Но, опять же, все зависит от того, каких мне дают героев для прохождения этого испытания. Если бы они дали бы мне всех моих хайв, конечно, мы бы их порвали. А тут, тут нифига не выходит. Так, подождите, у нас, ребята, 12 тысяч с вами ДНК. Не ДНК, а мутагена. Давайте, может быть, кого-нибудь... По уровню, например, пульверизатор можно. Можно или можно 35-й. Давай его до 40 догоним. Отлично. А то он там на 30-очке у нас как-то подзавис. Так, крысиный король, Эйприл, Донателло. Ага, Рафаэль, все это понятно. Армагон до 55-го. Ага, понял, мутагена не хватает. Печалька, конечно. Ладно, ребят, не будем тратить мутаген, потому что в следующий раз, когда мы начнем игру, у нас будут задания, да? Там нужно будет поднять кого-нибудь по уровню, чтобы сразу получить себе ревард. Так что придержим пока вот этот мутаген. Ну что ж, дорогие друзья, на этом будем закругляться. Главное, что мы сегодня забрались в Сёгу на 2 звезды. Завтра нас опять сбросят, мы опять будем подниматься. И так вот от серии к серии, как всегда у нас и происходит. Так что всем пока, всем удачи и до новых, ребята, скорых видосиков.